Добрый день, друзья! Сегодня будем выпекать американский вариант кекса – маффины. Это маленькая, круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты и ягоды. Продукты, необходимые для выпекания ягодных маффинов, а также их количество, я укажу в описании под видео. Итак, приступим. Отправляю в чашу яйца, сахар, и на средних оборотах миксера взбиваю их до посветления и пышности. Этот процесс занимает у меня меньше 2 минут. Традиционно маффины делят на 2 вида – английский и американский. При изготовлении английских маффинов используют дрожжевое тесто, а при выпекании американских – соду или разрыхлитель. Затем выливаю йогурт, растительное масло, добавляю ванильный ароматизатор и перемешиваю до однородности. Смешав муку с разрыхлителем и содой, ввожу ее в 2 приема и замешиваю тесто. По классическому рецепту отдельно смешиваются сухие и влажные ингредиенты и лишь потом совмещаются вместе. Но мне больше нравится, если все-таки взбить яйца с сахаром. Так маффины получаются более нежными. Когда тесто размешано до однородного состояния, ввожу в него ягоды голубики, припыленные мукой. Делаю это для того, чтобы они более равномерно распределились по тесту и не опадали на дно формочек. Добавляю замороженную малину и аккуратно перемешиваю. Если будете использовать свежие ягоды, добавляйте их непосредственно в наполненные тестом формочки. Теперь наполняю капсулы для выпечки на 2/3 от их объема. Отставляю форму в сторону и приготовлю штрезель, крошку для посыпки. Для этого смешиваю муку с сахаром, добавляю растопленное сливочное масло и вымешиваю до состояния крошки. Посыпаю им формочки с тестом. Выпекаю маффины в разогретой духовке при температуре 175 градусов Цельсия 30-35 минут. Еще горячими извлекаю из формы. Пускай остывают. Маффины с голубикой и малиной получаются очень вкусными. Пышное, в меру сладкое ванильное тесто освежают ароматные ягоды. Они придают выпечке некую легкость. Если видео было вам интересным и полезным, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Скоро увидимся!